Полтора миллиона маленьких саженцев пестрым ковром расстилаются по столам теплицы. Совсем скоро эти сальвии, тагетисы, пеларгонии и агератумы украсят улицы, парки и скверы города. В этом году специалисты высадили больше 40 видов цветов. Подбирали тщательно, чтобы яркие клумбы как можно дольше радовали горожан. Петунии, например. Очень много сортов петунии и цветовая гамма большая. Она выдерживает загазованность города, выхлопные газы, а также может выдержать солнце, когда у нас очень солнечная погода. В этом году в рамках муниципальной программы «Цветущий город» площадь цветников увеличена на треть. В общей сложности она составит больше 28 тысяч квадратных метров. В два раза увеличится количество подвесных кашпо вдоль улиц. Цветники появятся на гостевых и туристических маршрутах. В парках будут уже традиционные ландшафтные композиции. Также в этом году готовят новинки. Основное внимание уделено общегородским объектам, как я уже сказал, гостевым и туристическим маршрутам. Будут установлены новые скульптурные композиции. Только в этом году будет установлено 16 новых топиарных скульптур, посвященных футбольной тематике. Ярким цветом Самара зацветет уже к 9 мая. Полностью украсить город планируется до конца июня. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.